Всем, ребят, привет! У меня очередной выход. Выход, как вы поняли, снова со своими комрадами, которые вывезли меня за пределы губернии. Сегодня копаем втроем. Обычно мы копаем с Саней вдвоем. А сегодня у нас прибавился еще Стас, давнишний мой друг по прошлым годам копа. Приехали мы на место усадьбы графини. Здесь в свое время жила одинокая графиня. Чуть дальше, километров, наверное, 5, ну, около 10, жил князь. Так что они, наверное, с князем Шурым-Муры были, потому что княжна у нас была одинокая, князь тоже. Деревни ближайшие были далеко. Вот, так что я думаю, у них были какие-то общие контакты. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Так что усадьба, как вы видите, остался здесь небольшой участок фундаментов. Вот, и сегодня мы посмотрим. Комары здесь жуть, вот такие вот летают. Вот, так что, думаю, находки нас сегодня порадуют, потому что нас сегодня трое. Стас, тот, который фартовый, я его прозвал, потому что ему очень хорошо фартит именно на копах, а поднимает он хорошие находки, весьма ценные монеты. Вот, и из-за этого у него прилипло мое погоняло. В прошлых годах я ему дал это прозвище фартовый. Ну, фартит человеку. Так что ладно, если вы это видео увидите, находки будут. А они обязательно будут, потому что сегодня выбрались на весь день. Время 6 час утра, то есть мы на ногах с 2 часов ночи. А Стас приехала с Самары ко мне, потом мы поехали в Жигулевск, из Жигулевска приехали сюда. Так что путь у нас уже довольно-таки длинный. Ну все, продолжаем, смотрим. Итак, ребята, зашурфился я. Рядышком еще один вот фундамент. Но я его оставил на потом. Меня здесь заинтересовало. Откинул я доски, выбросил доски. И здесь была такая, знаете, потайной какой-то лаз непонятный. Вот досочки. Был сигнал. Выкопал очередной вот такой вот горшок или кастрюля непонятная. Звенел звонко. Что внутри, не знаю. А вы как думаете, стоит? Конечно, стоит. Прошлый коп я тоже горшок с Саней подымал, но, к сожалению, там была каша. А здесь не знаю, сейчас глянем. Итак, ребята, решил исчерпать сюжет из данного горшка. Горшок оказался у нас пустой. Ни каши, ни малаши. В общем, ничего. Обычно вот такая вот засыпка земляная. Оказался пустым. Ладно. Все еще впереди. Итак, ребята, решил воспользоваться случаем. Один из подписчиков просит, чтобы я передал привет. Так что просьбу я выполняю. А именно, Кабиев Асхат Салам из Казахстана, город Уральск, поселок Федоровка. Привет всем живущим там от Асхата. Ну и все, продолжаем коп. Итак, ребят, у меня первые находки. Первые две находки были советские. Копеечка и двушка. Состояние, конечно, удручающее. Пол окаменелые. Разобрал год где-то 70 какого-то. И была находка. Находка вот она. Сейчас, с вашего позволения, я ее немного смочу. И, как вы видите, это у нас первый царь Венделя Николая I. По размеру, наверное, 1/2. 1/2, наверное, копейки. Зачетно. Классно. Вот такие монеты приятно поднимать в шурфе. Царские
и маленькие. Зачетно. Попробую сейчас ее почистить. Если получится, то следующую находку и эту монетку я вам покажу. Продолжаем. Итак, ребят, земляной дед сжарился надо мной. Подкинул он мне сигнальчик хороший. Были у меня, смотрите, вот такого маленького размера монетки. Ничего особенного. Но сейчас выпала вот такая вот, смотрите, здоровая шайба. И это у нас, смотрите, Павел Первый. Офигенно. Судя по размеру, наверное, двушка. С этой стороны, да, двушка проглядывается. Не знаю, как вам видно, нет. Сейчас я сполосну ее и вам продемонстрирую во всей красе. Не переключаемся, ждем. Итак, ребята, монетку я немножко освежил водичкой. И это у нас 2 копейки 1799 года. Вот такая вот монетка большого размера. Павел Первый. Зачетная находка. Можно писать комментарии. Я думаю, зачетный будет сохранчик. Все это хорошо удалится. Ладно, пацаны вот за этими кустами шурфят. У них пока одна монета на двоих. Ну ладно, я думаю, еще улыбнется нам земляной дед и подкинет нам немного монет. Ну а так, зачетно. Итак, ребят, у меня очередной сигнальчик. И сигнальчик вот такого характера. Смотрите. Я таких нательных еще не видел нигде. В квадрате крест. А с другой стороны у нас силуэт. О, какой красивый силуэт. Обалденный. Сейчас я его смочу и покажу. Итак, ребят, немножко я его протер. И здесь вот имеется вот такой вот божественный силуэт. Такое ощущение, что это какой-то царь. Шапка Мономаха у него. А с другой стороны вот такой вот крест. Кто знает, подскажите, потому что я такое впервые вижу. Вот такой вот зачетный. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, ковыряю я вот здесь вот уголок. Встречаются горшочки, но очень редко. Был сигнальчик и выпала вот такая вот вещица. Смотрите. Крест и цепочка. Ну, это, наверное, советская. Ничего особенного. Цепочка медная, видно, окислилась. А крестик, скорее всего, алюминиевый. Вот такая вот находка. Ну ладно, отнесем к разряду шмурдяка, но все же находка. Продолжаем. Кстати, пацаны уехали. Зашурфились они за этими кустами, потом еще в другом, в соседнем вот перед кустами. Ничего у них толкового не получилось, и они уехали. А уехали они вон туда, вон, в ту область. Это с прошлого копа мы там с Саней ковыряли. Кстати, видео про горшочек, который... Вот они переехали туда. Ну, я считаю, что решение было неправильным. То, что... И здесь тоже могло бы получиться. Ну ладно, копаем в одиночку. Итак, ребят, с находками совсем туго. И приходится снимать вот это. Хотя для многих это будет очень довольно-таки интересная находка. Это у нас пуговица гирька. Вот такая вот зачетная. Это приблизительно начинается от 17-18 века.
Вот такие пуговки носили раньше на кафтанах. Орнамент спиралевидный. Как я слышал, это вроде как поклонение богу солнца или что-то в этом роде. Вот такая вот древность выпала из этого фунда. Ну, судя по всему, какие здесь монеты у меня поднимались, это Павел I, это конец 18 века, Николай I. Так что, скорее всего, пуговка 18 века. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня находка звенела просто дуром. Думал, монета, но нет. Вот такая вот конина. Странная эта конина тем, что обычно вместо вот этих круглых отверстий звезды. А здесь кругляшки обычные. Таких у меня еще нет тогда. Обычно вот здесь вот звездочки. Вот такая конина. Кстати, еще подымал. Сначала поднял вот такую вот голову. Ну, я ее сохранил, потому что интересная старая игрушка. Но потом, минут, наверное, через 10, нашел и вторую часть. Вот такие вот вещи. Конечно, можно отремонтировать, и будет действительно старая реликвия. Ладно, продолжаем. Итак, у меня, ребят, находка до безобразия зеленая. Смотрите, такой едкий кислотный цвет. Что это у нас? Разглядеть непонятно. Вообще непонятно. Отваливается прям вот эта зелень. Жуть как. Ну, это, наверное, в центре кругаль. Это, наверное, все-таки николаевский формат. Двушка. Ладно, замочу я ее в водичке, как все остальные находки. Кстати, рекомендую. Выкопали находку и сразу в воду. А желательно в раствор мыльный. И это как рекомендация. Очень полезно. Грязь на солнце не высыхает, не схватывается, не крепчает, а наоборот размягчает, и потом чистить легко. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, у меня находка. Находка шмурдячная. Вот такая вот вещица. Я всегда думал, что это у нас клепочка от пряжек предметов конской упряжи. Ремешки там и все такое. Но недавно один из подписчиков мне сказал, что это является запонка. Запонка на воротнички. Именно вот на воротнички. И я не знаю, кто как думает, что это такое. Они идут с камушками. Здесь камушек, конечно, отсутствует. Но вот такая вещь у нас сегодня имеется. Я все-таки считаю, что это предмет конской упряжи. То есть предмет конской красоты. Украшали ремешки. Но кто-то говорит иначе. А вы как думаете, что это? Жду комментариев. Спасибо заранее. Итак, ребят, у меня очередная пуговка-гирька. Но уже с другим рисунком. Здесь вот рисунок должен быть такой, знаете, крестообразный цветок или что-то в этом роде. У меня есть уже такие пуговки. Они очень красивые, в принципе. Но эта пуговка у нас тоже почистится. И тоже будет зачетная. Вот такая вот пуговка. Ладно, с монетами пока не особо. Не знаю, как там у ребят. Радиостанции я почему-то не взял. И не знаю, можно было сейчас связаться с ними и спросить, что и как. Может, к ним отправиться. Ну ладно, ладно, продолжаем. Итак, очень был неожиданный сигнал. Я, короче, не ожидал. Знаете, что на этом фунде выскочило?
выскочила вот такая вот монета. Я сначала удивился, не представил себе, что это монета. Думал, какая-нибудь пуговка. Но нет, это оказывается что-то вроде как одна... Что такое? Одна пенни, что ли? 1968 год. И вот такие вот у нас символы. Это, по-моему, ГДР. 1968 года. Вот это монета. Таких монет у меня еще вообще не встречалось. Очень зачетная монета. Конечно, отправится в коллекцию необычных монет. Все, продолжаем. Итак, ребят, буду закругляться. Получилось у нас сегодня покопать снова в далеких местах. Коп получился у нас не особо, вот, но находки, в принципе, есть. Дождь нас сегодня накрыл, получилось в полном объеме покопать никак. Но все равно дождь прошел, и мы зашурфились на старом месте. Ну, в принципе, находки вы видели, обзор сейчас я вам покажу. Смотри обзор. Ну, а по находкам начну со шмурдяка. Вот такие вот две конинки, одна, к сожалению, поломанная. Вот такая цепочка с крестом. Это у нас от шкатулки. Дальше у нас идут пуговицы солдатские. Вот это интересная пуговица такая, знаете, не часто такую увидишь. Затем две пуговки-гирьки. Обе разные, причем, возможно, разных эпох. Одна ранняя, другая поздняя. По советам у нас получилось вот так вот. Двушки. Пятнашка и двушка. Ну и к самым приятным находкам. Вот такая вот у нас ФРГ. Одна пенни. 1968 года. Довольно-таки любопытная монета. Затем вот такая вот у нас денежка 1855 года. Двушка николаевского образца. К сожалению, налет на всех сильный, зеленый. Вот такая вот Павел I двушка 1799 года. И вот такая вот зачетная вещица, нательный образ. Я таких еще не встречал. И вот такая вот игрушечка, довольно-таки любопытная. Нашел из двух частей. Ну и все. Вот такой вот у меня получился сегодня коп. Находки, ребят, показывать не буду. Они сегодня у нас подкачали. Ну, не сдался у них коп. Всякое бывает. Ну и все, прощаемся. Итак, ребят, на этом я и закончу. Все вы видели. Находки были, в принципе, и советские, и ранние, и поздние. И царская империя, что ранние, что поздние. И даже попалась у нас довольно-таки интересная монета. Это у нас одна пенни. Вот. Так что, в принципе, коп у меня удался, у ребят не задался. Ну, все. Всем пока и удачи, находок побольше.